От Советского информбюро. Девятнадцатого декабря войска Первого Прибалтийского фронта под командованием генерала армии Баграмяна перешли в наступление против немецко-фашистских войск, расположенных южнее Невеля, и прорвали сильно укрепленную оборонительную полосу противника протяжением по фронту около 80 километров и в глубину до 30 километров. В результате напряженных боев нашими войсками освобождено более 500 населенных пунктов, и среди них районный центр Витебской области Езерище, населенные пункты Шакурово, Каревы, Телешово, Лутня, Бунатино, Махалово и железнодорожные станции Езерище, Грибачи, Бычиха. В боях разгромлены 87-я, 129-я и 211-я пехотные дивизии, 20-я танковая дивизия и несколько охранных частей немцев. Уничтожено 69 танков, 164 орудия, 123 миномета, 586 пулеметов, 760 автомашин и 16 складов. Противник оставил на поле боя убитыми до 20 тысяч солдат и офицеров.